У нас 26 июля 2017 года, возвращаемся мы с первого с разъезда. Вот тут мимо проезжают кто-то, две женщины. Снимаете, да? Да, снимаю, снимаю вас. Добрый день. Добрый день. А вы откуда? Мы из Ребрихи. За Ребрихи даже? Да. А. Да поехали за ягодами, ехали, ягод не нарвали. В Потеряевке была ягода, сами заехали уже до Потеряевки, не знаю. А, как, а за какой вы, за клубникой? А, ну она, поди уже, все уже, наверное. Дошла нам. А может где-то есть, я не знаю. Ну, может быть. А вы как это? У нас где-то по интернету? У меня там нет. У меня когда-то родственник здесь жил. Ага. Это двоюродные сестры, муж. И я тут на свадьбе даже была, еще в школе училась. И вот туда поехали, посмотрим. 12 километров там где-то указатель нашли. Потеряют. Да, да, да. Едем, доедем. Едем, доедем. Ну, да. Нормальное село. У вас все с бородами? Мужчины, да. Да? Кроме юноши, у них еще не растет. А, ну, понятно. И сколько тут народу в деревне сейчас? Ну, в среднем где-то 16 дворов, а сколько, я не знаю точно. Ну, хорошие домишки. Я хорошие, да. Ну, тут. Мы-то были, там какая-то собака была, я помню, мух полным-полно было. Ну, тут первые дома-то из самана делали все это. Да. Так что тут понятно. Вон. Здравствуйте. Здравствуйте. Это местный учитель у нас. Да. А вы кто будете? Я-то доктор была, сейчас на пенсии вообще. Не местные вы потеряете? Нет, у нас родственник здесь когда-то жил там. Да. Они с Ребрихи. А то бывает, приезжают те жители, которые раньше жили здесь потеряли. Вот они решили посмотреть. Я в детстве была здесь. У тебя сайта-то нет с собой? Нет у меня с собой. У меня тоже нет. Решили посмотреть. Думаю, ну что, тут уже осталось, наверное, недалеко, да это потеряешь. А вы нас видели? Мы с Благовестием, когда у вас проходили по деревням. Нет. Книги оставляли у вас в библиотеке, наверное, тоже, да, же? Да нет, я не была. Вы с самой Ребрихи, да? Не со станции? Нет, с самой. Мы там были у вас, там в библиотеке книги оставляли, дарили. А вы кто вообще-то? Православные христиане. Мы просто стараемся жить по Слову Божьему, чтобы не просто вот Библия стояла на полочке, а сам по себе человек живет, не соблюдая Слово Божие. Обычно так. А мы стараемся именно по Библии жить. А я думала, может, у нас внешний вид. Ну, это похоже, да. Внешний вид соблюдаем, потому что Бог сотворил мужчину таким, а женщину с длинными волосами. Это нормально. У нас не косметики, есть и школа, да. Сколько классов? Ну, у нас 5 человек всего было, 4 класса. Немного. Раньше было вот с разъезда учились под стеклами. 20 с лишним человек было. А мы доехали до разъезда, думали, ну вот, наверное, потеряем. Едем, никакой потеряем. На разъезде уже давно, наверное, лет 6 там никого нет. Там все уже последние. И разъехали. Кто в Панолах, кто в Кучу. А вы-то откуда приехали? Я думаю, что вы тоже не местные. Ну, я-то уже здесь с 2002 года учителем работаю. Уже можно считать меня местным. Да. Ну, я за Ялский район, от всего Гилевка, может, знаете. Да, там еще озера есть, я думаю, откуда да. Из Гилевки. Ну, в Барнауле учился, и здесь учителем стал работать. Вот так. Нету, да? Нету. Детей-то много сейчас нарожали? Ну, сколько Бог дал, столько есть. Немного у нас. Это ваш Мамонтовский район, да? Да, это Мамонтовский. Потеряевка была, знаете, наверное, ну это еще до того, как я сюда приехал, наверное, Шарчинского она была. Она. Шарчина была, да. А там сейчас Шарчина-Тюменцевского района. Да, мы поедем, конечно. Да. Сейчас, мои хорошие. Но у вас тут кто-то фермер или вы все вместе, как община? Есть у нас фермер. У нас и община, да, православная община. То есть свой устав здесь, вот даже внешний вид мы соблюдаем, поясок. Вот, на выпуск это как старая такая одежда русская. Вот если посмотрите на картинах, там даже и Толстой стоит, вот, и там и Ленин на каком-то, он еще молодой. То есть обычай такой был русский. Вот. У нас по воскресеньям, по субботам богослужение, тут храм свой. Вот, ну, а у вас батюшка-то свой? Батюшка свой, можно вас с батюшкой познакомить? Да нет, мы с тем знакомы. Ну, у вас там отец Александр, да, насколько я помню? Нет, Олег. Отец Олег? Олег. А, значит, это... Олег.
Олег. Ты в Романово, Олег, тоже. Ну ладно. Вот хотелось бы вам сайт, вы доступ в интернет имеете? Конечно. Вот я сейчас пойду, там на минутку буквально остановить, я вам вынесу квиточек сайт. Там о нас очень много информации. Вот это и видео, и аудио. Я где-то в газете читала, какого-то изгоняли, что ли, какого-то. Если коротко сказать, как найти дорогу к Богу, ко Христу. То есть мы о Боге везде стараемся, Слово Божие, говорить вести Слово Божие. Ребрики в том числе были по соседним селам. Ну давайте, здесь недалеко, я вам квиточки вынесу. Так, ну с Богом. С Богом. С Богом.